Опять же, частный вопрос упирается в общую задачу. На гараже будет сносить? А можно вопрос? Гаражи, вероятнее всего, сносить будут. Тут, к сожалению, дело даже не в позиции правительства Москвы, а дело в том, что несколько раз у нас менялся земельный кодекс, менялся гражданский кодекс, и очень много из того, что, на что раньше смотрели как на допустимое, сейчас по новым законам не приемлемо. В тех районах, где мне раньше доводилось жить, в Нижняках и в Северном Тушине, старались взамен сносимых гаражей строить что-нибудь капитальное, но, насколько я знаю, строят пока далеко недостаточно, тем более, что мне, честно говоря, просто странно, как можно строить капитальный гараж без стен. Не говоря уж ни о чем прочем, расходы на эти самые стены – это настолько малая часть общих затрат на капитальный гараж, что идею строить гаражи без стен можно объяснить разве что желанием добиться, чтобы автовладельцам жизнь не казалась рая. Вот. Но, к сожалению, сносить гаражи будут. Это опять же следствие нескольких перетасовок законодательств. Ну, постараюсь, чтобы в законах принимали с моим участием было поменьше поводов для перетасовки.